Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях блогер, чудова дівчина Олеся Медведєва. Я радий тебе вітати. У нас гостя знов. Я дуже дякую тобі, що ти прийшла. Да, привіт, Тарік, привіт всі, хто нас смотрить зараз. Олеся, твоєму блогу, ясно, понятно, вже рік. Так точно. Як ти святкувала? Мы отметили это все прямым эфиром с подписчиками, где они могли в онлайн-режиме задать мне вопросы, но так случилось, что вопросов было настолько много, что я просто не всегда успевала их читать. Ну и так, собственно, и отметили. Очень много всего происходит, все надо освещать. Просто я хочу сказать, я слідкував, и, да. В принципе, вы избиралась офлайн сделать якось, да, це свято, да, провести. Да, собирались, но потом я приняла такое решение, что офлайн мы не будем пока это проводить, потому что, ну, очень много людей откликнулось на то, что они хотят прийти, и вот в такое время года, да нет, просто холодно на самом деле. Если было это лето, то можно было бы собраться, там, шашлыки пожарить, там, под гитару попеть. А так, ну, просто очень много. Я не придумала, к сожалению, за такое короткое время тот удобный формат, который бы устроил всех офлайн, поэтому все было онлайн, и я думаю, что зрителям понравилось, подписчикам, ну, некоторым меня там раскритиковали, но не без этого, конечно. Ну, завжди найдутся люди, які скажуть, дадуть пораду, як краще це робити. Да. Дивись, ти десь навчаєшся зараз? Бо я бачу, ти з якимось рефератом прийшла до нас в гості. Що це таке? Ну, розкажи, будь ласка. Это не реферат, это просто очень горячий документ, прямо из печечки. Я только что была в главном управлении нацполиции города Киева, где я подала заявление о совершении преступлений некого гражданина Украины по фамилии Дроздов, и зовут его Остап. Тут всего ничего, всего лишь 12 страничек заявления, где полностью расписана квалификация, и юристы оценили все его потуги, старания и выражения в эфире. Тобто квалификація сказала, що він кваліфікований дуже журналіст, так? Да, да. И я думаю, что правоохранители его квалификацию в данном случае оценят, как минимум. Вот. А как максимум, может, еще и наградят. Ну, ты веришь в это, да, в принципе? Тому що, знаєш, ну, якось я дивлюся останні там 5 років, в принципі, такі справи дуже складно розглядаються, ну, стосовно тих людей, які, ну, на мою думку, розпалюють ворожнечу. Я тебе більше скажу, Тарік, останні 5 років подобна лексика взагалі возводилась в ранг норми, и необхідної навіть лексики. І даже, да, і даже какой-то вынужденной необходимости ради вот защиты национальной государственности. Скорее, мне кажется, вот такой ход мыслей у тех людей, которые, ну, выражаются подобным образом. И мне в данном случае хочется, ну, на всю страну, а быть может и на другие страны, где наблюдают за ситуацией у нас, показать, наконец-то, все-таки у нас же новый президент, у нас новая власть, там новый генпрокурор, как да, бы странно да, да, это да, не звучало, да? И хочу показать, что что это возможно, что возможно наказывать таких людей. И заодно мы все вместе протестим нашу правоохранительную и судебную систему, якобы уже новую. Ну, в принципе, ты хочешь започаткувати вот такие, ну, скажем... Давание по шапке? Да, шапка. Я в правовом поле сейчас пытаюсь выражаться. Ні, ну мається на увазі, може люди подивляться на твій приклад і такі подумають, давайте ми теж почнемо якось в цьому напрямку рухатись. Це було б здорово. На самом деле, я... Ну це як челлендж. Я пытаюсь максимально оптимістично оцінювати це діло, но в любом случае ми вже получаємо общественний резонанс, об этом говорять. Это осуждают, и это очень важный месседж, опять же таки, для людей, которые проживают на неподконтрольных территориях, потому что данный месседж, вот этот, который описан, он в первую очередь адресован им. И мне хочется действительно вступиться за тех людей, потому что я считаю их гражданами Украины. И поскольку другого еще нет,
и Конституция Украины не поменялась, их не отделили, ничего с ними не сделали, они граждане Украины. И их должен защищать закон, украинские законы, украинская Конституция. Я хочу показать вот этот пример, и это будет многосерийный блокбастер, я в этом просто уверена, и оставляйте свои комментарии. Дивись, ну, в принципі, я тобі хотів ще сказати, що, ну, якщо ти пам'ятаєш, були такі дві, ну, що були, є такі панянки, да, дві панянки, які вирішили зробити стрім, да. Тобто це одна з них, це депутат від партії. Депутатка. Депутатка, ну, давайте, да-да-да, трошки проявимо, да-да-да. Федина, а друга Маруся з Воробій. Так ось сьогодні слуги народу почали кримінальну справу відносно цих персон. Може дійсно зараз щось таке от стане, що ми всі разом якось візьмемося за голову, спочатку за голову, потім за ручку і будемо писати заяву на таких людей? Ну, во-первых, они тоже пока подали заявление о совершении преступления. Дальше, ну, какая процедура? Дело заносится, регистрируется в ЕРДР и получает номер. И дело в ЕРДР уже занесено, и дальше должны будут идти лингвистические экспертизы и вот эти все абсолютно, ну, правильные вещи. Если по закону там действительно есть угроза жизни, здоровью лица государства номер один, то, ну, да, надо делать все по закону, только очень аккуратно, потому что, ну, конкретно в этом случае, потому что это могут использовать против и как президента, и против новой власти, потому что скажут, вот, смотрите, политические репрессии, репрессивная машина действует на полную, и начнутся визги, крики, и гайда на Майдан, тому що справжніх патріотів України ображають, а всі остальні просто не патріоти. До речі, стосовно того, як ти сказала, що ти збираєшся подати, ну, написати заяву на Дроздова, до тебе намагалися достукатись представники каналу НТА, мені так здається. Але я побачив, що ти не дуже захотіла з ними спілкуватися. Чому? Ну, во-первых, я посмотрела, как другие журналисты принимали участие в программах там. Ну, и я не хочу быть, ну, знаешь, как какой-то некий зверь в зоопарке, каким они меня однозначно захотят показать. Я лишу их такой возможности и встретимся со всеми в правовом поле, если они считают, что я не права или я что-то нарушила, пожалуйста, заявление в полицию, криминальное провадження, давайте расследовать, давайте наконец-то уже, ну, перестанем заниматься ерундистикой и, ну, как бы, займемся развитием нашей страны. Добре. Дивись, хотів би, щоб ти дала оцінку деяким представникам «Слуги народу», тому що дуже багато якихось цікавих подій постійно відбуваються. То хтось намагається там вирішувати питання з прокурором, його знімають журналісти, то хтось намагається там себе нащупати, його знімають журналісти. Потеряв себе в раді і рішив знайти. Ну, а зараз саме така гаряча новина – це Богдан Яременко, який спілкувався з дівчатами соціально, ну, з дівчатами, з якими, від яких він вимагав деяких послуг, за які він би сплачував певну суму. От. Спочатку він заперечив, казав, що нічого не було, це провокація від журналістів, потім там висипали йому ще трошечки зверху. Взагалі, журналісти там, у мене таке враження, що це сафарі. Вони просто на полювання приходять і зверху шукають свою наступну жертву. А потім доганяєш свою фотографію, так? Ні, вони все в інтернеті, всі фотографії. Твоя думка. Ну, от просто. Твоя думка як громадянина, громадянки України. Ця людина що має бути? Вона має піти геть, скласти свої повноваження депутатські, має просто вибачитись перед дружиною, чи вибачитись перед усіма нами, чи щось буде стосовно цієї події?
На самом деле у меня ситуация, вот, которая складывается в последнее время касательно фиксации самых разных переписок, она меня очень удручает. Депутаты Почему? Настолько непрофессионально подходят к своей работе, за которой им платят деньги. И они прекрасно знают и прекрасно понимают, что журналисты имеют право фиксировать все, что они там делают, на рабочем месте в рабочее время. И если у них есть какие-то нерешенные половые проблемы, то, пожалуйста, их можно решать за стенами Рады, в своих там спальнях. Якщо вони весь час дбають про країну, вони... Ну тогда пусть воздержатся на время своей каденции, потому что им народ Украины делегировал столько полномочий, у них есть мало большинство, но, к сожалению, как бы инициативы для народа или какие-то там социальные инициативы, да, как-то вот не особо принимаются. Вот то, что хочет офис президента, МВФ и там еще кто-то, все принимается, а вот для людей пока, ну, вот как-то не видно. Отопление запустили. Представляешь, какие нам придут сейчас? Да, вот такие вот платежечки. Ну вот так може насправді вони і стресують з цього приводу, тому що вони розуміють, ну так, як пора це ставити народ, кабінку, як вони пора ставити кабінку спеціальну. Вот, кстати, офісу президента ідея. Пора ставити це кабінку. Дуже по-європейськи, мені здається. Да, в которой можна зайти и реализовать свои какие-то физиологические потребности, либо каким-то образом разрядиться, а потом наконец-то идти работать. Но ситуация с Еременко, она вот намного более уникальная, чем предыдущие случаи фиксации всяких разных переписок. Во-первых, так еще быстро никто сам себя не закапывал, даже из представителей «Слуги народа». Если бы он не подтвердил факт этой переписки, то можно было бы абсолютно полноценно придраться к тому, что это даже не он. Потому что на фотографиях, которые изначально были опубликованы, там есть некие руки на неком столе. Наши руки не для скуки. Похожие на, ну, столы похожие на сессионный зал Верховной Рады. Но, опять же таки, это надо доказать, кто это. А он выходит сам с этим сообщением и говорит вот это. Потом ему еще одна ответочка прилетает. Он уже начинает угрожать журналистам от 3 до 7, там что-то рассказывает, личная жизнь, тайна переписки. А потом, оказывается, еще и пранкеры ему пишут, и он им чуть ли не государственные тайны сливает, а потом говорит: ребят, вообще, вы вмешиваетесь в мою личную жизнь? Вот. Ну, я просто не понимаю логики. Я считаю, во-первых, его при любом раскладе он должен уйти с поста главы парламентского комитета по внешней политике. Однозначно! Простят его, не простят, договорится он во фракции или нет. Все, у человека вот такой вот ярлык, который он сам себе, кстати, и навесил. Не надо тут пенять сейчас на журналистов. Он сам сделал это. И вот представляете все, он идет, там договаривается с какими-то дипломатами, и они такие: это тот, который 150. Ну да, понятно почему. Ну вот, собственно, какой имидж будет иметь Украина на международном уровне? Ну, в принципе, он же помогал чатам. Я еще хочу добавить, с тем, как он дальше начал угрожать журналистам, вот за это, я еще думаю, вот пора бы ему сложить свои депутатские полномочия, сложить мандат и пойти сначала удовлетворить свои физиологические потребности, извиниться там перед теми, кому он принес на самом деле все эти неудобства. И вот позанимавшись своей личной жизнью, потому что, ну, видно, что у людей, если они таким занимаются в Раде, то значит там, ну, надо этим заняться реально. И просто чисто по-человечески мне хотелось бы ему посоветовать, что, ну, пора, собственно, пора. Мы живем здесь и сейчас, если сейчас вот все вот так вот, то надо этим серьезно заняться. А народ подождет, он терпеливый. Да, у нас народ дійсно дуже такий міцний в цьому питанні. Просто у мене що виникає одразу в голові? Ми ж розуміємо, що в принципі в Верховну Раду потрапляють самі розумні. Ну, в принципі, має бути, ну, якщо вони керують нам, це розумні, відповідальні люди. Вот. И еще, в принципе, лякает, что они, в принципе, это авторитет президента. И раз в тиждень обов'язково кто-то что-то делает такое, что впливає на рейтинги безпосередньо президента. Это
ну, приблизно як альпіністи йдуть. От президент, він перший. І от він разом з усіма йде. І, в принципі, якщо якась людина падає, то вона починає тягнути всіх. Може, в якийсь момент є сенс пану Зеленському перерізати цей дріт для того, щоб, ну, да, я розумію, но хтось там далі покотиться, але він буде ближче до цієї вершини. Я думаю, чоловік абсолютно не глупий, і його теж вся ця ситуація, я впевнена, що бесить. Просто, ну, как бы, есть еще время, и они все думают, что у них еще есть время. Я думаю, Владимир Александрович к этому рано или поздно придет, потому что он, ну вот, допустим, по тому же разведению войск на Донбассе и по тому же его выступлению на форуме «Едности» в Мариуполе, он, ну, посылает определенные месседжи в общество, абсолютно правильные, о том, что не нужно разжигать, СМИ должны, ну, как бы, фильтровать, простите за сленг, свой базар, которые они тоже несут в общественные массы. А потом выходит его команда и начинает рассказывать, как всем надо жить. И вместо того, чтобы продолжить риторику президента, они ее нивелируют. Вот вышел президент, как только он ушел, выходят его министры и начинают травить байки. Ну и я смотрю и думаю, какой год сейчас? Такой человек 16-й. Риторика та же. Ну, неужели люди не научились за последние 5 лет, наступая на те же самые грабли многократно, о том, что то, что они предлагают, не работает уже. Вот последние 5 лет, если оно не заработало, как ты мертвую корову не пинай, она не пойдет гулять, щипать травку. Вот не пойдет. Не понимаю пока. Ну, я сподіваюсь, що прийде той час, коли вони зрозуміють, що дійсно треба робити. Заранить корову для начала. Це була наша думка, а тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. Дивимось. Це ТБУ. Топ-блогери України. Це ТБУ. Тут немає табу. Привет, дорогие друзья. Вы знаете, все торопились, я смотрю, рассказать о Богдане Еременко. А именно он стал хедлайнером уходящего дня, народный депутат от «Слуги народа». Да, и застуканный за странной перепиской. А я, наоборот, не торопился. Я очень сильно ждал вечера. Вот я там катался по своим делам, там летал там в разные государства и следил. Думаю, ну во что же это выльется? Потому что изначально это, конечно, было тупость из тупостей. В общем, что за переписка, да? Час $100, анальный табу, защищенный, классика орал, на ночь не остаюсь. Ну и казалось бы, вот... Еременко, он же мог просто сказать, переписываю с Савиком Шустером, к примеру. Короче, но он выбрал другое, да, он начал писать про провокации. После того, как некоторые коллеги, короче, стали жертвами любителей подглядывать, я решил, короче, сделать провокацию и разрешил сфотографировать сфабрикованную переписку. Это сработало, та-та-та, дальше будет. И... когда вы спросите, нахрена он это сделал, вот зачем он это написал, я не отвечу, да и он, скорее всего, сам не ответит. Ему после этого следовало, конечно же, моментально уходить на больничный, теряться с радаров и уже плевать там на то, что он отсутствует в Раде, да, куда-то ложиться на дно в арендованную квартиру. Но он же ж выходит к журналистам. То есть, спостерегти, сфотографувати, ну, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. Фішка в тому, що він, типа... это была специальная подстава от него, типа он подставил, разыграл журналистов, потому что они не берут даже у него комментарии, вот, и типа он подставил. В чем подстава, спросите? Да блин, в чем подстава? Не придумал, в чем подстава. Власне кажучи, ну, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм, от це, ну, знущання. Ти продемонстрував протест, но он еще и втягивает туда еще и мифических коллег из своей, понятно, партии, которые говорили ему это не делать. То есть он вязнет в этом. Там есть нюанс, один серьезный нюанс. Одежда другая на фотографиях. То есть та одежда, в которую он одет, не соответствует той, на которой на фотографии. У него там не очень маникюр, то есть можно было бы опознать, да. С другой стороны, он мог бы, конечно, купиться и сказать, это не я. Ну, это не я, смотрите, фейк. И все. А электорат такой, что он бы схавал бы.
Но он идет и сам признается, что да, это я. Я это сделал, но не признается полностью, а начинает тупо врать. И вот тут вот и есть проблема. То, с кем он там договаривался, с Савиком Шустером, или может быть реально с какой-то девушкой, это его личное дело. Даже то, что он делает это в Верховной Раде, это его личное дело. Но не личное дело, когда он начинает врать людям. А не треба говорити про те, чого немає. Пане Богдане, ви повірили комусь, хто сказав би, як ви зараз? Я сказав вам те, що я сказав. Надо быть катастрофически тупым для того, чтобы решить, что в это на самом деле кто-то может поверить. И надо быть ужасающе, катастрофически тупым еще и человеку-дипломату, который там организовал Майдан иностранных дел, да, для того, чтобы не провести аналогии с Моникой Левински. Почему? Клинтону не простили не то, что он там что-то там сделал с той Левински, да, а не простили то, что он народу начал врать. Вот этого не простили. Це ваша справа. А дивіться, а вона ж очевидна. Тобто всі шукають саме от смажених фактів, шукають саме того, що... Що-що? Це справжнє переписання. І ще раз кажу, це сфабриковане листування. За короткое 4-минутное там общение с журналистами, которое непонятно для чего нужно было, он 9 раз, я насчитал, 9 раз солгал. Он 9 раз отрицал то, что эта переписка реальна. Ну, от що-що? Мене попередили. Мене попередили, і тим більше, що ну, я розумів, що в той час я листувався дійсно на серйозні деякі теми. Тому... Серйозна тема, тому що а**ал – це достатньо серйозна тема. То, ще раз кажу, показати, висловити протест проти того, що дехто, хто називає себе журналістами, зловживають. Ніколи не здавайся. Стой на своєму, навіть якщо це виглядить катастрофічно. Ідіотизмом. І результат. Зловживається. Результат, я вважаю, що просто що ми показали, що це ідіотизм. Фотографувати і не розповідати людям про суть того, що відбувається. Не питати пояснень у учасника. Ігнорувати факти і... Ну от, окей, ідіотизм, він говорить. От вийшов би він і сказав, да, переписувався з дівахою. Да, переписувався, що поділати. Ну вот что, вот такая вот история приключилась, да? И обязаны были ему об этом моментально сказать технологи, которые когда-то работали со слугой народа. Ведь когда-то же они там были, где они все делись? Кто-то должен был ему дать такой совет. Ему совет никто не дал. Он выходит и начинает лепить ахинею. Как дружина ставится до вашего эксперта? Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору. Ну, вже телефонувала? Да, подякувала. Жена поблагодарила. За что поблагодарила? За то, что все-таки а недопустим или что? Дался мне этот а**. Наслідки для вашої кар'єри, бо депутат Мірошник в минулому скликанні склав мандат через таку скандальну переписку з Коханкою. Цієї переписки не було. Так сфабриковано ж було. Ну сфабриковано, тобто, ну ще раз вам кажу, тобто листування фактично немає. Он врет и врет и врет, вязнет, вязнет и вязнет в этом болоте. Опять-таки повторяюсь, плевать, что он там был с проституткой, не с проституткой, 10 туток пусть было. Не ври никогда народу. Еще раз скажу, до цього листування немає цього факту. А хто на тому був в кінці? Еще раз скажу, немає цього факту, немає ніяких кінців. Добре? Це все фабрикація. Нет концов. Концов нет, концы в воду. Що якщо ви щось бачите, це не значить, що це є правда. Цього не було. І самое главное теперь, опять-таки про народ. То есть ему говорят, что вам не поверят. А он... Да. Значит, дивіться. А от я думаю, що у нас люди не настільки дурні, от як вважають деякі журналісти, які згодовують їм постійно неперевірені качки. То есть он выходит, врет этим самым людям и говорит, что они не такие тупые, и они ничего, они все поймут там и так далее и тому подобное. И если уж ты переписываешься каждый день с какими-то штуками, ты же должен понимать, что, возможно, есть еще переписки. И тогда издание «Буквы» публикует следующие переписки и добивает этого долбанного дикобраза. «Хочешь жить, умей вертеться». Он пишет, ничего себе, для 18-летней девушки, да, переписывается с девахой, которой 18, как он считает. Ну, хорошо, не 15, да, она пишет, мне 20, да. Он пишет, что я новый человек. Ну, то есть уже сообщает, что он депутат Верховной Рады. Он абсолютно катастрофически тупой человек. Да, сколько тебе нужно денег в месяц, спрашивает. Ну, все уже, на широкую ногу. Теперь я депутат. Теперь я стал богатый. При этом
Конечно же, когда он уже полностью прижат, он выдает. Не все решения бывают одинаково удачными. Ну да, твое решение врать было неудачным. Я вилучу попередний пост, хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим, від дружини, дітей, до фракції і президента. Кожен день новий зашквар, кожен день пробиття нового дна. Я хочу напомнить, что на самом деле, как уже упоминалось, нардеп от самопомощи сложил мандат из-за отдыха на Мальдивах. Он договаривался за отдых на Мальдивах за какую-то катастрофическую сумму. Там, да, ну хотя она некоторым может показаться не такой огромной, там 230 тысяч гривен было. И он сложил мандат. Слуга народа обязан сложить мандат в самое ближайшее. Он завтра уже должен, понурив голову, сказать, что пока-пока. А вообще... Конечно же, это показательно, кого они набрали к себе в партию. Это показательно, кого они нагребли. Мы показывали уже людей из Ровно, да, которые пришли туда, целая команда этих петухов. Да. И вот этот вот, он выходит и врет, врет народу. И если бы буквы не показали еще переписки, то вот это вот он продолжал бы это тулить, несмотря на абсурдность ситуации. А теперь самое главное, пожалуй, я вам скажу. Смотрите. Они ничего не сделали для того, чтобы привлечь к ответственности Решалу Порошенко Грановского. Решала Порошенко Грановский, да, он совершал, по нашей информации, непроверено, конечно, множество преступлений. И на выборах там предыдущих, да, и решал вопросы там в судах. Я демонстрировал переписки. Они не сделали ничего для того, чтобы его привлечь к ответственности. Так вот, издание «Буквы» — это издание, где работают шестерки Грановского. Это издание, ну, издание, сайт Грановского, да. Когда ты не привлекаешь зло, зло в итоге бьет тебе же по башке. Вот ударило по башке вот этому. Но на самом деле удар пришелся не ему по голове, а по голове всей фракции «Слуга народа», зашкваренной и теряющей рейтинг с катастрофической скоростью. С вами был Анатолий Шарий. ЦТВУ. То блогери України. ЦТВУ. Тут немає табу. Дуже дякую тобі за твою позицію, за те, що ти нам робиш все ясно і понятно. Пожалуйста. От, друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. До побачення. Пока. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.